Здравствуйте, дорогие друзья. Мы на мероприятии IBCG, митап про ICO, прожарку. Сегодня самые крутые, интересные проекты рассказывают про свои этапы, которые они проходят, про свой опыт. И прямо сейчас мы встретились с Евгением. Евгений у нас организатор мероприятий, человек, который сам качает проекты. Вот, Евгений, ну расскажи про свои какие-то, может, первые впечатления, да, там от проектов, что происходит, и давай обсудим потенциально вообще, как нам можно объединиться, создать какое-то комьюнити, которое бы позволило бы и проектам, и инвесторам эффективно взаимодействовать. Да, привет, Илья. Расскажу немного о том, чем мы занимаемся. Да, я представляю сообщество Blockchain Invest, и мы хотим сделать службу одного окна, называемую, когда к нам обращаются люди, которые, например, хотят вывести свой проект на ICO. И у нас есть партнеры, которые занимаются этим, уже с успешными кейсами. И мы перенаправляем этих клиентов людям, которые занимаются ICO. Либо есть те, кто хотят сделать, например, видео для рекламы своего проекта, тогда мы перенаправляем их к вам. Да. Плюс у нас есть пока закрытый пул инвесторов, которые вкладывают в криптовалюту. Вот, опять же, то есть, если интересны инвестиции, перенаправляем туда. И чтобы все это развивать, естественно, нам нужен приток новой аудитории, поэтому мы организуем мероприятие, где мы рассказываем про нашу концепцию, знакомим с нашими партнерами, которые представляют свои проекты, свои продукты, и те, кто заинтересован, просто могут там же на мероприятии с ними договориться о сотрудничестве. То есть вот из ближайших, вот 17 августа у нас будет мероприятие, про которое могу тоже подробнее рассказать. Да, расскажи, пожалуйста, очень интересно. Вообще тема комьюнити, она становится с каждым днем все более и более актуальна, потому что у нас подходят совершенно потрясающие люди, инвесторы, проекты. Вот. И, конечно же, хотелось бы иметь единую точку, где могли бы и обсуждать развитие проектов, и обсуждать, какие можно максимально эффективно делать услуги по продвижению. Вот. И, конечно, ивенты очень способствуют этой коммуникации, встрече. Слушай, расскажи про ближайший ивент, что там будет, и, возможно, какие-то концепции про следующие ивенты. Ближайшее мероприятие будет 17 августа. Мы его организуем вместе с Александром Алешиным, который тоже мой партнер по Blockchain Invest. И приглашаем туда из спикеров, например, у нас будет Григорий Эрман, который администратор Waves Community. У нас будет Андрей Грачев, это адвайзер проекта Casino Coin, который принимал достаточно большое участие в выводе этого проекта на ICO. У нас будет Илья Егоров, который помогал в маркетинге проекта DAO Casino, про который вы наверняка все слышали, он собрал 16 миллионов долларов. У нас будут Дмитрий Соловьев и Илья Чураков, как раз расскажут про подготовку, про оцифровку проектов для ICO. У нас будет Сергей Сиванцян, блокчейн-евангелист, IT-специалист с 20-летним опытом. И, собственно, мы вместе с Сашей расскажем про инвестиции. Круто, я видел, что этот ивент будет в Москва-Сити проходить, да? Нас ожидают стеклянные башни и вся красота и антураж, который там представлен. Слушай, интересный очень состав спикеров. Я думаю, что диалог получится крайне такой динамичный и, что называется, как есть, да, потому что, насколько я знаю, там твои ивенты, как бы они славятся тем, что все, собственно говоря, самое живое выкладывается, то есть воды нету, да, достаточно качественная модерация. Поэтому, ребят, смело приходите, приглашаю. Если вы смотрите мероприятие, уже прошло, значит, 100% будет запись, да, мероприятия. Мы там тоже будем активно там все вместе общаться, обсуждать, куда движется рынок и как нам всем вместе на этом заработать много денег. Да, окей. Слушай, про проект все, грубо говоря, про ивент, точнее, все понятно. Давай про комьюнити поговорим. Смотри, что сейчас, какие ключевые риски на рынке? Да, на риске очень много хайповых проектов, которые непонятные, неясные, да, и так далее. Это один риск рынка. Другой риск рынка для инвесторов вообще не заблудиться. Там тоже кибербезопасность и так далее. То есть актуальность комьюнити, она очень актуальна, да? Актуально, да. В общем, суть в чем? Чего ты хотел бы в первую очередь от этого комьюнити? Поясню. В первую очередь я бы хотел уберечь людей от рисков, которые таит
в себе рынок инвестирования. Потому что я сам инвестирую на московской бирже уже несколько лет. И когда я пришел на крипторынок, я был, мягко говоря, удивлен тем, как люди относятся к этому. То есть на моих глазах были случаи, когда люди вкладывали по несколько тысяч долларов в проекты, про которые они узнали вчера, не читая white paper, не заходя на сайт, не понимая, в чем суть, просто потому, что кто-то сказал, что это проект хороший. Там были случаи, когда люди брали кредиты с намерением, вот сейчас я заработаю свои 100-500 тысяч процентов, и все будет шикарно. Занимались трейдингом, не умея заниматься трейдингом, теряли деньги. То есть сообщество в первую очередь даст безопасность этим людям, они попадут в среду, где можно повариться, проанализировать проект, посмотреть, как эксперты его анализируют, как люди, которые уже с опытом. Я думаю, можно получать экспертизу от самих проектов, да, чтобы было крайне интересно. Хорошо, ну что ж, что называется, давай приложим максимум усилий, чтобы это произошло максимально быстро. На ивенте, который ты планируешь, мы, соответственно, все будем, всех приглашаем. 17 августа. Да, ссылка будет под описанием этого ролика. Да, приходите, будем зажигать, общаться и находить самые интересные проекты. Спасибо большое, Евгений, до связи.